Доброго времени суток, дамы и господа. Как мы прекрасно знаем, в Вове куча разных интересных событий. У каких-то КД год, они появляются только один раз в год, к примеру, какой-нибудь праздник по типу любовной лихорадки, огненного солнцеворота, хмельного фестиваля, тыквовина. Некоторые события длятся там недельку, и при этом они периодически повторяются. Различные бонусы, да, которые там идут к локалкам, к питомцам, направленные на путешествие во времени. Вот именно о путешествиях во времени сегодня и поговорим. Долгое время таймволки шли таким образом, что награда с них была не особо крутая. Но на текущий момент, если мы обратим свое внимание на тот сундук, который нам дают за прохождение 5 таймволков в виде данжей, либо убийство 5 боссов, мы получаем героический сундук. Ранее давали сундук с обычного режима. Круто ли это для твинков? Да, конечно, круто. И таким образом компания Blizzard хочет приодеть персонажей к 10.1, да, чтобы наши персонажи были чуточку одеты. Окей, это все круто. Но вы скажете, один единственный таймволк катаклизмовский, который будет идти только сейчас, это же так мало. Нет, каждую неделю теперь будет идти таймволк вплоть до 10 мая. Ластовый таймволк — это 3 мая по 10 мая, Личевский. Выйдет ли 10 мая 10.1? Вопрос довольно-таки хороший. Ну, это так, мини-догадка. На самом деле не хотелось бы, потому что там Диабло, и на 10.1 остается очень мало времени, а комбинировать 4-е Диабло с 10.1, ну, идея такая себе. Также хочется сказать, что на текущий момент идет катаклизмовский таймволк, и имеется рейд «Огненные просторы». Алисразор, босс, находящийся там, дает перышко синего качества. И это перышко нужно для питомца секретного. Я в субботу днем на стриме планирую рейдик собрать, поэтому жду вас. Я думаю, убить одного босса — это не такая уж будет проблема, как по времени, так и по сложности. Дополнительную информацию, конечно же, напишу в Дискорде. Как-то так, то есть одеваем своих персонажей, наслаждаемся текущим контентом, старым контентом и, то есть, просто кайфуем от игры. Близы на самом деле хорошо сделали то, что вот имеются таймволки, которые будут идти каждую неделю, и каждый может получить то, что хочет. И вот и действительно ценное, наверное, единственное ценное, да, что имеется в данном таймволке, это вот это вот перышко для питомца. Видосик по сбору питомца, ну, может быть, сделаю потом. Как-то так на текущий момент. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!